Ну и снова здрасте. Народ тут требовал хлеба и зрелищ, а я так что-то устала жутко, ну, наверное, потому что до 4 тайпила и вообще проснулась вроде как, не знаю, 12, может, чуть позже. Ну, короче, устала я что-то сегодня, и неохота мне сегодня писать, искать эти платья, и хочется пораньше лечь, сделать ванну, и вообще мне завтра на работу. Если завтра приду более-менее живая, то постараюсь записать вам эти платья. Еще человек, к тому же, вроде как в понедельник отчаливает, и, возможно, будут сутки без доступа к каналу меня любимой. Ну и поэтому вот, а вот у меня вот эта вот стрижка. Я попросила сделать мне, ну просто подровнять кончики на 1-2 сантиметра. Такое ощущение, что сзади у меня как было длинное, так и осталось. Не знаю, как они вообще стригли. Это, мне кажется, какая-то каре-лесенка. Я же не уверена, видно ли я там поворачиваюсь так вот вокруг практически своей оси. Но в крайнем случае, если всю эту прическу, то завтра, если я постараюсь записать, если я все-таки запишу завтра эти платья в полный рост короткие, то вы, соответственно, увидите и голову тоже, то бишь волосы на ней. В общем, мне кажется, тут не 1-2 сантиметра под карнали. Мне еще спросили, так, говорит, у вас тут полукругом было? Я без очков не помню, как у меня тут было. Я вообще как-то не воспринимаю, как у меня тут было. Я говорю, наверное, все то же самое. Вы же мне в мае тогда постригли. Говорю, вот то, что вы постригли, я хотела подровнять. Помню, когда Майя их просила, чтобы не просто постригли ровно, чтобы оно отрастало и уже было ровно, вот то максимум там что-то подровнять, чтобы форму сохраняло. И мне почему-то как-то сразу поняли. А тут вообще не знаю. Не, оно мне нравится, как вышло, но я как-то хотела слегка не так коротко. Благо, еще челку не сделали. 300 рублей удовольствие. Вот такая вот. Вот такая вот. Ну, там пробор был вроде как прямой, они меня спрашивали, прямой. Ну, обычно у меня прямой. Раньше в детстве был как-то на какую-то сторону, но я все время забывала, налево или направо это называется. И еще считалось, что у левшей должно быть на другую сторону пробор, а у меня был на ту сторону, на которую был у правшей. Как-то так. В результате я всегда говорю вопрос, как пробор, лучше пусть прямо, потому что я не помню, как его объяснить. Скажешь, на ту сторону сделать, на эту. Я иногда путаю лево-право. В общем, вот такой вот у меня болтологический видос, посвященный волосам. Наверное, что-то еще сказать, ну, как-то вот. А, вот чего еще, пока вспомнила. Рыба, я что заметила, если... Вот мне, правда, кто-то в комментах писал, что эту тилапию черти чем кормят. Я еще от родни слышала, что есть тилапия, есть та, которую под тилапию выдают, и на самом деле она вообще черти кто. Видимо, это та самая черти кто, которую черти знают, чем кормят. Потому что я вот тут покупала просто в магазине на развес замороженную. Я даже узнала, что есть разница. Мне еще родня спрашивает, она во льде или как? Я так, куда знаю, рыба и рыба. В общем, покупаете, когда просто во льду замороженная обычно вот эта, она... По ходу дела перемороженная, вообще день и ночь. Я покупала, потому что рыбку эту такую замороженную во льду. Там льда, наверное, 3/4 от самой рыбки, чем самой рыбки. А вот покупала в океане сухой заморозки. Она мало того, что она другого размера, немножко другого цвета, она по вкусу совершенно иная даже. И вот я варила эту рыбку, и потом... Там бульон настолько нажористый, будто я кусок жирного свиного мяса варю, а не рыбку. Можете писать ваше мнение в комментах на тему моей типа стрижки. Ну и да, я буду отращивать дальше. Мне что вообще клюнуло в голову, мне показалось сегодня утром, когда я волосы вымыла. А я стала, короче, вот второй день так делаю. Наносить, я поняла, как это масло, которое мне Алена с Украины прислала. Такое отдав. В общем, в ванной оно у меня стояло, я как-то про него все время забывала. И потом... В общем, я решила его в комнату взять и поняла, что лучше, в общем, вытираю волосы после того, как я их вымыла, да, вот этим полотенцем. Ну, конечно, они все равно влажными остаются. Я капаю на свою щетку деревянную, в центр прямо ее, и уже потом ей расчесываю волосы. И вот, кстати, хорошо. Вот так вот. Вот. Ну и я после чего вытерла, так это расчесала, и мне показалось с этой стороны, что у меня два волосины... Такие вот кончики у них подозрительные. Я не знаю, как выглядят ломкие волосы, вот как они вообще выглядят. Потому что у меня раньше очень часто, благодаря всяким не очень качественным парикмахерам, разным вообще совершенно, к этим претензий нет, они хорошо в этом плане стригут, только вот постригли коротко. Короче, чем я думала, чем хотела. И хотя я подозревала, что, возможно, они меня подстригут, короче, видимо, вот подозрения и совпали.
Но благодаря тому, что вот мне сегодня клюнуло, вот я пришла к ним, они сказали, ну, на полшестого. Вот на полшестого они записали, я туда прискакала, правда, получилось, что на несколько минут раньше прискакала, как обычно, торопыга. И, в общем, я смотрю, у меня два кончика таких странных, я думаю, вроде насеченные, они не похожи, мне еще вчера не показались. А может быть, это ломки какие-то кончики, не знаю. Ну, есть какое-то поверье, я еще в ВКонтакте об этом написала, как бы утешение себе, что если, что волосы впитывают негатив, и что их надо периодически подстригать. Ну, в смысле, вот, допустим, был какой-то негативный момент, и вам кажется... Короче, если вы обстрижете эти кончики, я еще подумала сегодня, что их, если обстригу эти кончики, вот если мне сегодня повезет, и меня сегодня запишут, а там не на понедельник или еще когда-то. Короче говоря, я подумала, что вот обстригутся эти кончики, и всякие негативные люди, которые в этом году у меня встречались, или так вот в последние моменты какие-то были, то или их какие-нибудь там негативные, не очень приятные действия относительно меня, которые ко мне относились, то это все сразу отвалится. Как говорится, откатится им, откат отвалится, вот мои волосы состригутся. Я помню, еще откуда-то я шла, давно еще какой-то у меня дурацкий стих такой был, четверостишее, там что-то я подстриглась, а и, в общем, шла домой, записала, придумала стишок, пришла домой, напечатала в этот стихи.ру, который у меня конкретно такой архив всякого барахла, скинула. Что-то тоже вот как раз вот на эту тему, что обстригаешь, чтобы что-то такое отвалилось. В общем, вот, ну, я пришла, я спросила парикмахера, говорю, посмотрите, пожалуйста, если там сеченые волосы, а то мне как-то, говорю, показалось. Но я так поняла, что ничего там не было. Она как-то не очень понятно мне ответила, но я поняла, что это не сеченые были волосы. И буквально вот две волосины, там вот такой кончик, может, 1,5 миллиметра на двух волосинах, такой будто бы, а вот совсем он сейчас чуть-чуть и обломится, и я не знаю, что это вообще на самом деле было. Если вы с таким сталкивались, то это вякните в комменты, пожалуйста. В общем, ну и все, заканчиваю свой болтологический видос. Всем спасибо за просмотр и пока.